Шадов. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Здорово всем. С вами Шадув. Сегодня я решил сделать кое-что новенькое. Сегодня мы с вами будем играть в хоррор. Alien Isolation. Почему я решил поиграть в Alien Isolation? Как вы понимаете, любой ютубер, будь то PewDiePie или Jesus, они рано или поздно проходят какую-нибудь хоррор-игру, которая приносит им немножечко, чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть знаменитости. Поэтому сегодня, ребята, мы проходим Alien Isolation. Мне уже страшно играть в эту игру, потому что я знаю, о чем эта игра, я знаю, как она работает, я знаю, почему она такая стрёмная. В общем, поехали. Так, мы будем играть, наверное, ну... Наверное, будем играть все-таки на высокой. Ну, потому что мы не засцим. Мы не засцим, пацаны. Мы не засцим. Так, что тут? Едва видно, что было. Вот так вот, нормально. Вот мне единственное, что бесит в этой игре, тут управление, оно немножко долбанутое. Это будет, знаете, добавлять немножечко сложности. Потому что я-то привык играть в игры нормальные, а тут управление, оно, знаете, оно такое поехавшее немножечко. Сейчас будет, короче, начало. Все эти заставочки там. Все эти сеговские, центрифокусовские заставочки, они такие заставочные. Последнее сообщение. Ой, бля. С коммерческого борта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. О! Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Паркер. Брэд. Эш и капитан Даллас. Даллас, жалко. Погиб. Зато Джонси выжил. Корабль и груз уничтожен. Джонси, если что, это кот из чужого. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Да мы поняли. Больше никто не выжил. Ну, херово. Конец связи. До скорого. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. Не смешная шутка в этот момент, особенно когда появилась заставка игры Alien Isolation. Я уже в предвкушении, если честно. Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Здорово. До Я свидания. Мы напали на след вашей матери. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты, созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он
является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Вот и пидорасы, конечно. Это постоянно действующий космопорт. И еще, Севастополь — это база снабжения. Знаю я. Транспорт есть. Бля. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Сука, микрофон, блин. Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе? Может быть нет. Иди нахуй. Так вон Макгрегор проиграл. Пиздец. Ох, бля. По-моему, это криокамера. Да, это она. Оу май! Ладно. Мы ничего не видели, пацаны. What the fuck? What the fuck, где мои ноги? Сука, где мои ноги? Блять, у меня тени нет! What the fuck? Где мои ноги? Их специально вырезали, что ли? Вау. Окей. Ага. Ты пикаешь? Да, это он пикает. Так, по-моему... Что это? Какие-то ID, еще какая-то херня. Ладно, похер. Оденемся. Сейчас хотя бы ноги видны будут. Какого хера? В этой игре же должны видны быть ноги. Ладно, это как-то немного странно. Перезаписать, да. Подождите, да. Так, тут мы все спиздим. Почему я такой... нехороший человек и все что-то краду. Просто понимаете, в дальнейшем в игре нам это понадобится. Немножко глупо мы поступили, да, что с этот. Ладно. Полмалив мой нежный гель, но не сегодня. Серьезно, должны быть видны ноги, по сути. Ара! Так, что у нас в личном деле? Отключили станцию Севастополь, вдруг это никто не хорошо платит, ну дальше теперь. Ага. Понятно. Блять, как выйти отсюда? К его. Вот я вам об этом и говорю, в этой игре оно немножко специфичное управление. Такое чуть-чуть, совсем немножечко. Если чего, видосы по Alien Isolation, они будут выходить монотонными. Так, экран мы выключим, потому что, ну, мы же хорошие люди, мы же экономим еле стричество, да? Мы же экономим, наверное, да, я не знаю. Так, да, вот сюда.
Где мои ноги? Вот вы мне скажите, вот, блядь, ну... Неужели это в настройках где-то там? Неужели это частицы настраивают? Потому что их я вот как раз-таки... Их-то я как раз-таки уменьшал перед записью, потому что... Комп у меня немножечко, ни много, ни мало так слабенький. Чуть-чуть совсем. Немножечко. Понимаете, да? Кстати, вот посмотрите, как прорисованы эти скафандры. Они прям как в фильме. Вот эти вот всякие латы и все прочее. Блин, классно. Почти как на артах Гигера. Офигеть. Корабль, кстати, тоже сделан... так, подожди, мы отсюда пришли же, да? Да, у меня да, у меня топографический кретинизм немножечко. А, мы прошли вон туда, вышли оттуда. Все, я тебя понял. Значит, нам по всей сути, нам куда-то вот сюда. Да. А тут у нас... О! Смотрите, пацаны, лаборатория прям как... Рибли? Да, здорово, братан. Ну, сон мне не столь необходим. Почему-то мне кажется, что он, это, андроид. Прекрасный чуть-чуть. Корабль. Немножечко, на пол шишки. Мне кажется, что он андроид. Не знаю почему. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Дейл очнулась. Вау. Она человек неопытный. Биос может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Долбануться! Офигеть! Ну, а еще раз можно? Ебать! Жесть. Че ты делаешь, ничего? Это что такое? Что это такое? Объясни мне! Что это такое? Что это? Вот, у тебя есть ноги, у меня нет. Вот тут вот, тебе везет, сука. Всякие вот эти вот лампочки и все прочее. Блин, все как в первом чужом вообще, прямо классно. Все вот эти инструментики тут, блин, правда, что-то полигонщиков как-то глаза немножечко режет. Но в основном все остальное сделано просто прекрасно. Не обращайте внимание, что у меня все такое полигонистое, потому что, ну, еще раз скажу, комп слабый. Никто мне не донатил на стримах, поэтому видосы такие некачественные. Все. Откуда дым идет? Так, ладно. Что у нас тут? Что-то еще. А, тут что? Какая-то дичь. Ладно, погнали. Блять! Сука! Страшно же, блять! Ёбаный ты в рот. Подожди, я тут пришел. What the fuck? Блять. Серьезно, какой все физично. What the fuck? Мне показалось, что человек стоит. Это якобы выходить отсюда. Еще как надо. Да, все, я тебя понял. Да. Все, извините. Подожди, это что такое? А, я туда шел. Топографический кретинизм, ребят. А, карта же, блядь. Точно. Нет, все-таки мне придется это монтировать. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Ну, у тебя ебало. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. Вас да ничего бывает. Пропало на этом корабле 15 лет назад. Да, что? И вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. Вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Все, на борту было семеро, да, с капитаном. Экипажу явиться на мостик. Подходим к Севастополю.
Вот и добрались. Эш, научный сотрудник, Кейн или Кайн? Первый или Кайн, what the fuck? Первый помощник Рипли, лейтенант, Ламберт, штурман, Парка, главный инженер, Брэд, инженер, техник. Потеряли на этом кучу денег, пропажа корабля стоила для них настоящей катастрофы, так можно не разумеется, короче, короче, стараюсь помочь. Если хочешь, могу помочь с ними разобраться, может, вы изучите меня. И, слушай, начальство хочет получить что-то крупное. Окей. Торренс. Капитан Верлин Диана, штурмосвязист Конор Уильям. Владелец Верлин Диана. Фрахтователь Вейланд Юнити. Блять, Вейланд Ютани. Задача. Доставка поисковой группы корпорации Вейланд Юнити на станцию Севастополь и обратно. Да-да, обратно. Конечно. Поисковая группа состоит из трех сотрудников. Вейланд Юнити, Сэмюэлса, Рипли и Энн Тейлор. Пассажиры Сэмюэлс, Кристофер, Рипли, Тейлор Нин. Количество палуб 2, членов экипажа 2. А, боксерный корабль монтируется для перевозки пассажиров и грузов со счетом повышенной прочности. Понял тебя. Все понятно. Спасибо. Так, значит... What the fuck? Я подошел, они... Та фак, нихера у меня что там, елдак что ли крутится по своему. Долбануться, Игорь! Смотри, что могу! Офигеть, да я какой-то силой управляю, посмотри, да я все сильный, я, блядь, магнет-то, мать его. Смотри, смотри, что могу. Опа! Могу зайти в эту мусорку, и она такая, а, нет, не делай этого! Я такой, завар новый! Она такая, а, все, я умерла, я мусорка, все дела. Поехавший. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. О, там это же мама. Службы безопасности. Вот этот компьютер огромный называется мама. Стыковку. Да, хорошо. Давайте. Офигеть. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Текст брифинг. Подожди, женщина! Так, сейчас там вроде что-то должно объяснять. What the fuck? What the fuck? Вот это скорость! Вот это скорость! Так, ладно. Подлетаем мы, значит, к Севастополю. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописным корабля «Настрома». Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Мы никого не знаем. Повторите. Алло, сэр? Сэр, это Торренс. Повторите, вас не слышно. Меня Торренс не слышно. Меня не слышно. Чего, блядь? Ладно. Короче, в общем, все понятно. Там проблемы. Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэлса в скафандре будет радиопередача. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Ага. Сама бы слетала туда. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Да, слушайтесь, Рипли. Ведь у нее фамилия Рипли. Пусть она не Эллен, но она Рипли. Что это такое? Это рука чужого. Ладно. Тейлор, делайте как я.
do as me. Ладно. 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 И вот, короче... Что тут случилось? Мы поебашили. У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. Ёбаный рот! Ох, еб... О, это было жестко. Да, это жестко. Ничего не скажешь. Это жестко. У меня уже появился прицел, но окей. Смотрите, какой пол прорисованный, офигеть. В общем, посадка была мягкой. Сейчас бы успокоиться. Успокойся, женщина. Так, надо, наверное, снять костюм. Скафандр. Да. А, так. Вот мы сняли скафандр. Все, смотрите, скафандры, они даже на разных этих станциях, они отличаются. Интересно сделано. Тут почему-то только два скафандра лежат, типа... Как-то это... Что-то здесь не так. Долбанный рот. О, терминальчик. Бля, сохрани игру! Так. Да. В общем, на этом я заканчиваю первую серию. Мы прилетели на Торренс. Хорошо прилетели. Всем удачи и пока. Начнется сразу потом следующая серия. Сразу с этого момента, как бы, да.